вами снова Helen Sian Simple Cooking. И сегодняшний выпуск посвящен Новому году. Как известно, 2017 год — это год петуха, и вот данный злобный цыпленок на моем платье — это символ года. И мы сегодня будем готовить салат. Но это будет не салат оливье, он же салат с горошком. Я думаю, что вы уже все давно научились его готовить. У нас сегодня будет генеральский салат. General's Salad. С чего начинается любой рецепт? Естественно, со списка ингредиентов. List of ingredients. Количество ингредиентов будет зависеть от той посуды, в которой будете делать его. Я делаю всегда вот в этой миске. This green bowl. И поэтому мне нужно one onion, одна луковица, и причем она должна быть такая не маленькая, ну и не очень крупная. Следующий ингредиент — это an apple, яблоко. Ну, яблоки вы можете выбирать на свой вкус. Если это большие, вот такие, как у меня, достаточно одного. Если они поменьше, то берите два. Также на данную миску мне нужно два яйца, two eggs. Нужен сыр, some cheese. Ну, точно по граммам я вам сказать не могу, но вот примерно грамм 100-150 точно нужно. Ну и завершающим ингредиентом нашего салата является апельсин, an orange. Ну и, скажем так, для промежуточных этапов нам нужен майонез, mayonnaise. Наш салат, наш General's Salad, является слоеным салатом. Слой по-английски — это layer, и у нас будет layer salad. Первым слоем, то есть самым нижним, является лук. Что нужно сделать? Нужно почистить нашу луковицу. Мы помним, что чистить — это peel the onion. Потом нужно ее порезать сначала кольцами, cut into rings, а потом эти кольца разрезать еще на 4 части, cut into quarters. Вот я порезала лук. I have cut the onion. Берем дуршлаг и кладем туда наш лук. Мы будем его бланшировать. Blanch. Значит, мы должны положить лук в дуршлаг. Put the onion into the colander. Что значит бланшировать? Бланшировать — это значит залить, обдать кипятком. Для этого мы должны поставить чайник. Put on the kettle и закипятить его. Bring to a boil. И мы доводим чайник до кипения. Bring to a boil. У нас готов наш кипяток. И мы заливаем этим кипятком лук. Мы бланшируем. Blanch. Вода должна немножко стечь. И лук в таком виде мы кладем в нашу миску. We put the onion into the bowl. Ну вот наш первый слой готов. Теперь этот лук должен остывать. Мы его потом покроем майонезом, а тем временем мы займемся следующим слоем – яблоком. Для подготовки следующего слоя нам нужна терка – grater. И мы будем тереть яблоко. Естественно, для того, чтобы его успешно потереть, нам нужно для начала его помыть – wash. Потом разрезать на четвертинки – cut into quarters – и очистить от сердцевины. And core the apple. Вот наше яблоко помыто, почищено, порезано на четвертинки. И осталось его потереть. Берем grater и начинаем тереть яблоко. Итак, я потерла яблоко. I have grated the apple. И у нас готовы ингредиенты для двух нижних слоев. Осталось просто положить немножко майонеза сверху на лук и его немножко размазать, а сверху положить вот этот яблочный слой. Вот у нас уже сверху на луке есть майонез, нам нужно его только размазать. Как мы помним, это глагол spread, spread the mayonnaise. Возьмем вилку, fork, и займемся этим. Не нужно там делать нечто, достаточно просто, чтобы он более-менее равномерно лежал на этом луке. И сверху кладем наше яблоко. И вот наш второй слой готов. The second layer is ready.
И нам нужно его точно так же промазать майонезом. Итак, мы промазали яблоко майонезом. Spread the apple with the mayonnaise. И это наш второй слой. Приступаем к следующему. Для следующего слоя нам понадобится сыр, cheese, яйца, eggs, и майонез, mayonnaise. Нам нужно потереть сыр, grate the cheese, порезать мелко яйца, ну лучше здесь использовать глагол chop, да, крошить, рубить, chop the eggs. Но для этого нужно их, естественно, почистить. Мы знаем, что это peel the eggs или shell the eggs. Смешать их вместе, mix them together, и добавить майонеза, and add some mayonnaise. Ну что, приступаем. Первым делом я буду тереть сыр, grate the cheese. Вот сыр готов, я его потерла. I have grated the cheese. И приступаем к яйцам. Второй компонент данного слоя готов. I have chopped the eggs. Я покрошила яйца. Как видите, крошить их нужно достаточно мелко. Добавляем яйца в сыр и добавляем майонез. Наши три компонента данного слоя собраны воедино. Это у нас сыр, cheese, яйца, eggs и майонез, mayonnaise. Нам осталось это все перемешать. Mix. И вот мы его вывалили в наш bowl. Естественно, нужно распределить равномерно, то есть spread. И понятное дело, что данный слой добавочно уже майонезом смазывать не нужно, потому что в майонезе в нем предостаточно. И последним нашим ингредиентом является апельсин, the orange. Нужно его почистить, peel, убрать все белые пленочки, remove the membranes, и порезать на ломтики, cut into chunks. Займемся этим. Ну вот наш апельсин уже готов. Если честно, это мой самый нелюбимый этап в данном салате, потому что апельсин плохо чистится, брызгается, эти пленочки очень плохо снимаются. Если вас это тоже раздражает, вы можете заменить это на мандарин, но по опыту могу вам сказать, что с апельсином данный салат вкуснее, поэтому нужно потерпеть. И нам остался последний штрих, положить вот эти кусочки сверху так, чтобы они равномерно покрывали собой салат. Ну вот, в общем-то и все, наш генеральский салат готов. Our general salad is ready. Как вы видели, в приготовлении данного салата ничего такого сложного, сверхъестественного нету. Ингредиенты достаточно просты, приготовление тоже не требует каких-то специальных навыков и умений, просто попробуйте это сделать. На самом деле салат очень вкусный, very tasty, yummy, delicious, mouth-watering. И его можно готовить не только к новогоднему столу, но и к любому другому празднику, а также просто так, под настроение. Поэтому пробуйте этот салат. Я вас поздравляю с Новым годом, Happy New Year! Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех ваших начинаниях. А также находите время, чтобы смотреть канал Helen C, рубрику Simple Cooking, другие плейлисты, обогащайте ваш английский. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если вам понравился генеральский салат. А также рекомендуйте данное видео вашим друзьям и знакомым. До встречи в новом году! Goodbye! Happy New Year!